не оно любовь? Друзья, я к вам с колоссальным извинением. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде и, встретив друзей и в гримерке, и вообще в отеле, выпил коньяк, не рассчитал. В ближайшее время хочу для вас сделать в Самаре концерт абсолютно открытый, бесплатный, качественный. Но самое главное, я хочу на концерте посмотреть всем вам в глаза и извиниться лично. Что вы хотите?